До Дня знаний остаются считанные часы, а поздравительные, благотворительные акции продолжаются. При помощи Мозырского отделения социального обслуживания населения, Красного Креста и Туровской епархии в рамках проведения республиканской акции «Соберем портфель первокласснику» трое маленьких мозырян из рук епископа Леонида получили свои первые рюкзаки и в дополнение пакеты со школьными принадлежностями. Помимо портфелей и подарков, напутственное слово из уст епископа Туровского и Мозырского. В конце епископ Леонид окропил будущих первоклашек святой водой, дал поцеловать главный христианский символ. В рамках республиканской акции «Соберем портфель первокласснику» прошло мероприятие совместно трех организаций: Туровская и Мозырская епархия, учреждение территориальный центр социального обслуживания населения и Красный Крест Мозырского района. Детям были вручены рюкзаки и даны благословения владыкой Леонидом на хорошую учебу, слушаться своих родителей и вырасти достойными людьми. Кроме этого, днем ранее еще около 10 ребят получили свои долгожданные портфели от территориального центра социального обслуживания населения. Главная цель этой акции – дать всем детям равные возможности с остальными детьми как в учебе, так и в уверенности в завтрашнем дне. Виктория Синицкая, Евгений Степанов, телеканал «Мозырь».